Здравствуйте, уважаемый любитель ночевок под кустом! Обзор легкой, компактной, но в то же время мощной горелки Sharp от компании Splav. Эта модель подойдет как одиночкам, так и небольшим группам из 3-4 человек в разное время года. Мощность горелки 3,5 кВт. Масса этой всесезонной модели вместе вот с таким вот пластиковым чехлом меньше, чем 200 грамм. А без него и того меньше, около 150. Горелка не имеет пьезоподжига, но зато имеет трубку предварительного подогрева топлива, которая обеспечивает стабильность работы, ну, например, когда газ заканчивается или низкая температура воздуха. Данная трубка вам особенно пригодится в холодное время года, ну или в горном походе. Тут все просто. При холодной температуре газ в баллоне замерзает и перестает испаряться, что приведет к затуханию пламени горелки. Чтобы горелка продолжила работу, достаточно аккуратно перевернуть баллон вверх дном, и жидкий газ будет стекать по трубке, нагреваться и снова превращаться в газообразное состояние. И горелка продолжит работу. Топливопроводный шланг удлиненного размера в 40 см, что позволяет подальше отодвинуть газовый баллон от горелки, дабы он не мешал готовке. Кстати, о баллонах. Модель рассчитана на резьбовой тип. И если вы хотите применять цанговый тип, то необходимо дополнительно приобрести вот такие вот переходники. Ну и рекомендуем использовать ветрозащитные экраны. Они, как и переходники, всегда есть в наличии в магазинах сети Splav. На данную модель распространяется гарантия 1 год. Но и постгарантийная поддержка имеет место быть. Обратившись в компанию Splav любым доступным способом, вы можете быть уверены, что вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Ну и субъективный замер времени закипания пол-литра воды. При наших условиях температура окружающего воздуха около 16 градусов, высота над уровнем моря порядка 100 метров, с открытой крышкой на кастрюле и с использованием маленького ветрозащитного экрана наш результат показал чуть больше 3 минут. Но имейте в виду, что этот результат может меняться как в одну, так и в другую сторону и зависит от условий, в которых вы находитесь. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и хорошего вам отдыха со снаряжением от компании Splav.